Привет, это Дима. Я выхожу из универа в компании однокурсников. Поворачиваю голову в сторону велопарковки и мгновенно ловлю на себе взгляд пары стеклянных глаз. Научившись однажды замечать эти пустые взгляды неприметных людей в штатском, вы не перепутаете их ни с чем. «Здрасте», — говорю неловко, зачем-то сделав шаг навстречу эшнику. В том, что пришли за мной, сомнений нет. Дозор включен. Хор механических голосов полицейских видеорегистраторов слышится из-за спины. Трое бойцов спецполка с автоматами наперевес бегут к нам из-за угла здания. Так начинается мое погружение. Прошел год. Я сменил 6 изоляторов и 1,5 десятка камер. Встретил сотни людей с поломанными судьбами и со своими историями. Порой удивительными, порой анекдотичными, но чаще до более банальными и похожими одну на другую. Приобрел массу знаний и навыков, бесполезных в нормальной жизни, но необходимых там, где ничего нет и ничего нельзя. Познакомился с местной культурой, традициями и, если можно так выразиться, языком. Здесь я встретил день рождения и Новый год, а сегодня отмечаю свой первый юбилей. Сколько еще их впереди? Поздравляю друг друга с этой сомнительной годовщиной. Арестанты всегда желают друг другу, чтобы она оказалась последней. Но сколько бы раз мне не пришлось отсчитать очередной год в этих стенах, я знаю, все не зря. Рано или поздно тьма рассеется. Я не сдаюсь, и вы не сдавайтесь.